После следующего сюжета меня будут благодарить все девушки, которые вы посмотрели, потому что здесь они увидят много интересной и полезной информации. Итак, вспоминаем. Наверняка каждый из вас в домашних условиях пытался сделать какую-либо прическу на скорую руку, и у вас ничего не получалось, или вы не знали, что именно вы хотите. Итак, ближе к экранам сейчас профессиональный мастер «Золотые руки» покажет и расскажет нам, как за пару минут сделать себя красивой в домашних условиях. Ну что же, подруженьки мои, знакомьтесь, это Полина, мастер на все руки, про которую я вам уже говорила. Полина, у меня к тебе одна только просьба, только вот без дред, ладно, а то меня с телеканала точно уволят. Что-нибудь легкое. У нас будет несколько образов, это образ дневной и образ вечерний. Первый образ будет немного романтичный и более легкий. При возможности, что рука у вас хотя бы немного набита и вы во владу со своим телом, вы легко можете дома повторить все то же самое, что я сделаю. Делаем начес и обязательно фиксируем его лаком. В данной ситуации волосы у нас тяжелые, и со временем, и с нашей погодой начес он просто распадется, если не будет лака. Перед тем, как накручивать пряди, обрабатывается небольшим количеством лака, и накручивать можно абсолютно в разные стороны, так как пока шапки мы не носим, и при ветре кудри могут разлетаться в абсолютно разные стороны. Что в правую, что в левую, это будет очень изящно и романтично. Наша прическа готова, мы потратили на нее не больше 10 минут. Она очень простая и, в принципе, видно, что сделана с умом и со вкусом. Полин, ну давай переходим к вечернему образу. Давайте. Да? Представь, что у меня сегодня выход в свет, я иду в ресторан. Начинаем делать вечернюю прическу. Каждая девушка должна помнить, что, во-первых, в чем она пойдет на этот вечер. Даже если днем она сделала себе эту прическу, и у нее нет времени, чтобы там помыть голову, что-то другое исправить, с этой же прической, с этими же кудрями, мы можем выполнить небольшой вариант легкой, романтической, даже если она переоденется в длинное легкое платье. Косу мы сильно не затягиваем, чтобы у нас была возможность сделать ее более объемной. И чтобы сама прическа была не зализанная, а также подчеркну, романтичные. Косы мы крепим небольшой маленькой резиночкой, чтобы ее сильно не было видно и чтобы она у нас фиксировала именно саму косу. Берем небольшие шпильки под цвет волос, чтобы это из прически у нас не выбивалось, чтобы это не было заметно, что у нас чем-то закреплено. Фиксируем косу. Наша прическа готова. Мы изменили образ. Под этот образ, то есть можно обыграть эту прическу, надеть одну длинную сережку. Mm-hmm. То есть это будет обыгрываться, да, вечернее длинное платье. Очень все будет красиво, гармонично. И мы, в принципе, потратили, опять же, не больше 10 минут на все это. Вуаля! Действительно, мы с Полиной вас не обманули. Не более 10 минут ушло на каждую прическу. Огромное спасибо моему мастеру, а вы пользуйтесь на здоровье.